and you got to have it all, 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 and you got to
моей головы, где-то кто-то не добежал, где-то обрезал, остановился. Ну, что могу сказать? Обидно, конечно. Могли и забивать четвертый, и раньше могли еще и в первом тайме забивать хотя бы пару чувака. Алексей Ведмеденко и Александра. И Александра Ведмеденко. Ну, сказав, що ти зі сторони можеш об'єктивніше сказати, що було сьогодні правильно, що сьогодні було неправильно в грі. Що ти помітив? Ну, ребята, наверное, прийшли немного розслаблені, тому що ми з Легіоном вже іграли і виграли у них достатньо великим счетом. Ну, вони усилились за счет одного игрока, который хорошо, видимо, наставляет, подсказывает им, гоняет их. Поэтому они дали нам сегодня достойный бой. Первый тайм было тяжело, потому что и соперник был более свежий, мы были более свежи. В втором тайме, не знаю, мы вроде такими же остались, то есть там такого, что кто-то кому-то плохо было, такого не было. Может, соперник немножко подустал, может быть, расслабились после счета 0-2. Ну, 2-0 в пользу, то есть не знаю, что произошло, но думаю, что... Ну, с такой игрой, по крайней мере, мы не должны быть на последнем месте, на котором сейчас идем. Мы уже для себя приняли решение. Да. Они, видимо, после перерыва, наоборот, более завелись, вышли более настроенные на игру. Ну, как-то так. Не задоволені тим, як зіграли сьогодні, чи буде багато критики? Ні, критики не буде, як тільки що ребята сказали, хоча б недельку ми побудемо на третьому місці в групі. Тому що впереді ще дуже тяжкі ігри з дуже сильними командами. Ну, хоча б недельку ми зараз на третьому місці побудемо.